Кировске продолжается ремонт пешеходных зон. Обновление объектов улично-дорожной сети города в этом сезоне выполняют сразу несколько подрядчиков. Асфальтирование тротуаров идет на проспекте Ленина и на улицах Мира, Ленинградской, Кирова и Кондрикова. Часть работ уже выполнена. Насколько качественно подрядчики ведут ремонт тротуаров? И все ли нюансы, обозначенные заказчиком, учтены? Вместе с главой администрации города Юрием Кузиным на эти вопросы получила ответы и съемочная группа «Народного». Привести в порядок тротуар на улице Мира – задача не из простых. С одной стороны, в считанных метрах от места ведения работ – жилые дома. С другой – проезжая часть. Между тем, необходимо пространство, чтобы материалы завести и выгрузить, и чтобы техника могла развернуться. Подготовительный этап в этом деле – основная и самая длительная часть работ. А вот на улице Ленинградская асфальтирование тротуара уже завершено. Претензий по качеству покрытия у заказчика здесь нет, но есть вопросы по срокам начала работ. В Мурманской области очень много работ в этом сезоне, и подрядчик переходит с одного муниципалитета на другой. Есть вопросы еще по восстановлению газонов? Благоустройство после того, как завершатся все работы по асфальтированию, так как техника еще крупная здесь будет находиться, и это уже финальная будет часть, установка дорожных знаков и приведение в порядок всех газонов. Контролировать все равно надо. Качество асфальтового покрытия тротуаров проверяет «Стройконтроль», организация, которая регулярно осуществляет забор проб. Кроме того, все выполняемые подрядчиками работы на постоянном контроле у специалистов управления Кировским городским хозяйством. В эксплуатацию объекты улично-дорожной сети примут только после того, как у заказчика к исполнителю не останется замечаний.